Ну что же, всем добрый вечер, и мы вас приветствуем на первом дне плей-оффа The Summit 2 Европа. Начинается Рубилово за Лос-Анджелес. 4 команды осталось у нас, и какая-то из этих 4 команд получит прямой слот на финалы саммита. Кто же это будет, мы узнаем уже послезавтра. Ну а сейчас мы с вами начинаем смотреть плей-офф. Secret и Power Rangers у нас играют в первом матче, чуть попозже будут играть Cloud9 против Virtus Pro Polar. Эти две игры мы сегодня с вами посмотрим. Ну и победители попадут в финал Винров. Ну, дальше вы знаете. Только чемпион попадает напрямую. Из всех команд, которые не отобрались, потом будет голосование в компендиуме. В частности, там будут любимчики ваши, конечно же, Na'Vi, за которых можно будет проголосовать. И если они соберут самое большое количество голосов, то тоже поедут на финалы на саммит. Как раз таки хвост должен свою ногу сломанную различить. Да, вчера у нас ходили слухи, что хвост сломал ногу из-за Бухареста, но нет, оказывается, ему уже перед вылетом в аэропорт упала со столешницы здоровенная плита на ногу и сломала, когда он сумку пытался с этого стола взять. Неприятная такая получилась ситуация, но в любом случае хвост к нам скоро вернется, и все будет хорошо. Все будет очень-очень даже интересно, но мы с вами смотрим пик первого матча. Secret начинает за Dire, Power Rangers начинает за Radiant, Best of 3, то есть до 2 побед, ну и мы видим Wisp, Necrophos от Secret. Дазл, Тимбер, захилим вас до смерти. Я не знаю, как они собираются здесь Некрофоса убивать. Если тот будет за Тезером бегать вместе с Тезером и под хилом Дазла, там никакого Дума, ни Тайтхантера, там вообще ничего не хватит. Но, с другой стороны, если Думу собрать Аганим, если Сларку собрать быстрый Блинкдаггер и минуте на 23-й Скади, и если Тайтхантер соберет Рефрешер, то тогда... То тогда, если вам, конечно, повезет, вы получите путевку в Лос-Анджелес. Да. Опять-таки, очень хороший пик. И тяжело мне сказать, смогут ли Power Rangers законтрить этот пик Secret. Понятное дело, что Secret выступает здесь фаворитами. В частности, eGamingBets.com, наши партнеры, на этот матч котировки дают такие. Secret 1.09 и Power Rangers 4.68. Это много. Это действительно много. То есть считает, что фактически шансов на победу у Power Rangers нету. Я думаю, что шансы есть. И шансы есть неплохие. Так что не стоит недооценивать ПР. Эти еще могут очень сильно попадаться. Ну и также вам напоминаю, что прямо сейчас на четвертом параллельном плеере у нас идет матч Summit SEA. Опять-таки интересный матч. Там Рустам его комментирует. NW Suicidal играет. Так что включайтесь, если вы являетесь фанатом азиатской доты. Игры там, конечно же, отличаются от европейских, и вы это прекрасно знаете. Ну что, давайте смотреть, что пикнут Power Rangers с последним пиком. Я передаю привет нашему чатику уютному. Привет, ребята. Задавайте мне вопросы. Буду на них отвечать.
Задавай хорошие вопросы, получай отличный ответ. Вы в курсе, да? Ну что же, Storm Spirit, последний пик Power Rangers. Опять-таки довольно агрессивный пик. Если Шторм... Не если, а Шторм пойдет в мид, скорее всего, да, здесь. Это будет у нас Support Doom, что ли? Ну, посмотрим, как решат сыграть здесь ПР. Ну, других вариантов, кроме как Support Doom, я не вижу. Слишком натянута эта стратегия, скажем так. Вот не совсем она мне нравится. И Драгонайт последним пиком от команды Secret. Интересно, интересно. Ну что ж, давайте начинать игру. Да, но пик у секретов намного лучше, это понятно. H4 сыграет на Драгонайте. Ну вот все, наконец-то поразбирали героев ребята. Итак, начинается у нас первая игра сегодняшнего дня. Секреты начинает за Дайер. Ну и мы видим, Пупей сыграет на Дазли. На Виспе будет играть, конечно же, Биг Дэдди. Симба сыграет на Тимбере. H4 будет играть у нас на Драгонайте. Ну и Куро на одном из своих любимейших героев последнего времени на Некрофосе. Здесь Санейко играет на Дисрапторе. Дитя Ра будет играть у нас на Сларке. Шачло на Шторме. Джеймс, это действительно Support Doom, и в сложный побежал Чеширский Кот на Тайтхантере. По линиям, в принципе, мы угадали, как оно будет, ну и... Что же сейчас? Неужели триплу в сложной пойдет Secret? И вот это, кстати, очень интересное решение, если Симба пойдет в легкую против Тайда... А здесь трипла, ну не трипла, а дабла даже, да, потому что Doom будет в лесах. Дабла ПР здесь, конечно, будет выхватывать очень серьезно. Ну вот, правда, непонятно, останутся ли здесь, все-таки остаются, да, остаются Некрофос вместе с Пупеем. Висп, мы видим, пока ушел на топ, я не знаю, надолго ли. Интересно. Ну вот сейчас Джеймс появляется на топ-руне, забирает руну Баунти, сразу 50 XP, 50 голды и довольный, будет убегать в свои леса. Ну и, наверное, еще не понимают Power Rangers, как именно будут стоять линии. Вот Вард сейчас хороший тыкнул Санейко, да, и увидит Дазла, который с ДД бежит вместе с Виспом. И, наверное, сейчас должны понимать, что будут проблемы огромные у команды ПР. Пандевич говорит, что хочу русское освещение Близкона, в частности Хардстоуна. Да, ребят, мы будем комментировать в пятницу и в эту субботу Хардстоун. В частности, будем зацеплять все решающие, самые интересные матчи Близкона. Ну, то есть Калента там и так далее. Будет у нас тут куча гостей. Будет интересно в любом случае. Так что в пятницу и в субботу смотрите трансляции с Близкона от нас. Опять-таки на Рыви в ТВ, как вы уже поняли.
Потому что, понятное дело, что StarLadder не может комментировать матчи BlizzCon'а, да и вообще BlizzCon. Не тот формат, скажем так. Шачло в миде против S4. Шачло начинает довольно активно. 6-1, у S4 на 4-1. Ну и здесь будет очень интересно, как они постоят. На топе у нас Tidehunter там против Симбы. Тут постоянно будет один второго якорем бить. Второй первого будет резать пилой. Ну, стандартная линия будет вот так вот они... стоять здесь и друг другу мешать. Собственно, и один, и второй будут получать свой фарм. Правда, конечно, Симби тяжеловато будет, потому что постоянно ему будет резать дэмэдж чешский кот. Но в любом случае есть Рейлинг ДС, и за счет этого можно зарабатывать кое-какие денежки. Ну что же, Джеймс и Санейка, мы видим, подтянулись на топ. Поняли они, что, наверное, Сларка надо бросать там на произвол судьбы. Ну и действительно, вот Сларку, ой, как тяжело. Ой, как тяжело, и два оранжевика расстреливают его, будет подбираться дитяра только до крипов, сразу же будет получать от Пупея, от Куроки кучу дэмэджа, к тому же еще будет постоянно помогать Висп. Висп, пока вы смотрите, какой бешеный Висп-то. В миде Экспу ворует, пока С4 побежал за руной, очень четко действует Биг Дэдди. Ну, вопрос в том, стоит ли отдавать... Стоит ли отдавать виспа секретом, это, конечно, непонятно. Я считаю, что нет. Я считаю, что это один из лучших героев. И я считаю, что если ты отдаешь виспа, то тебе надо брать либо, да, как любят американцы говорить, свою какую-то шикарнейшую pocket strategy. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Смотрите, что происходит. Висп сюда прилетел. Симба много дэмджа по Джеймсу вписывает. У Джеймса нету армора. Включает он землю, пытается уйти. Но тут чеширский кот подошел своевременно помочь своему тиммейту, но в итоге Джеймс выживает. Но очень опасно сейчас действует на топ-линии парни и Секрет. Ну и в итоге у нас получается, что на низу Дитяра страдает очень сильно от Куроки. В миде как бы, ну, в принципе, на равных стоят, да, на 5 крипов преимущество имеется у Шторма. Но это не то, чтобы очень много. Ну и Сфор тут, там уже видим, на 3 крипа уже отстает. А если считать добитый, так вообще наравне идет он со Штормом, то можно сказать, что Секреты линии выигрывают. Ой-ой-ой, Тайдхантер далеко полетел, Симба. Так можно и навыхватывать. У Тайда нет гаша, поэтому бояться дэмэджа с рейнджи не стоит. Но вы посмотрите, как помогает Висп на линии. И Тайда отгоняет непонятно куда. Саппортов команды ПР отгоняет в... все-таки в свои леса. Начали не в чужих, отправляется в свои. У Джеймса второй левел. У него схаванный кентавр с ворстомпом. То есть, в принципе, станчик есть. Но как же тяжело идет фарм. Ауры кентавра не дает. И очень-очень-очень не... прикольно. Смотрите, тут Джеймс с этим мод-големом пытается драться, и очень тяжело у него получается. Надо бежать сейчас домой, потому что, понятное дело, долго на линии здесь находиться нельзя. Отдаваться тоже нейтралам нет смысла, потому что 280 голды, даже их потратить некуда. Ну, я не знаю, что тут стоит Джеймс, что он будет дальше делать, потому что он тут вряд ли кого-то убьет, регена у него нет. Землю разве что может включить и постараться еще как-то кого-то зафармить, но пока не ясно, да, вот он дождался, пока Деваур от кулдауница схавал большого тролля и уходит хиляться. На топе чеширский кот проседает, проблемы у кота, будет сейчас рейлинг дес от Симбы, форсблат тем временем делает шачло в миде, убивая Ноутейла, ну и С4, кстати, тоже погибает. Вот так вот. Шачло вместе с Санейко зарабатывает два фрага в миде, ПР 2-0, а на топе не смог добить Симба. Увернулся там чеширский кот и убежал от него. И в итоге, вы смотрите, то, что начиналось очень-очень хорошо, закончилось печально. Ну вот, Биг Дэдди уже снизу харасит Сларка. У Сларка вообще беда. У Сларка 0-0 крипстат, ребята. На 6-й минуте у Сларка 0-0. Я говорил о том, что ему надо будет ПТ, Даггер и Кираса и Скади быстрое. Да тут не то, чтобы... Ой-ой-ой-ой, еще и встряет у нас Сларк здесь. Ноутейл рядом. Куро пытается Сларка прогнать подальше. Ну, Куро хил второго левела. Тут же Дазл есть. У Дазла, правда, нету грива. У Дазла пока ничего не вкачано. Мы видим в 2 хил. Не качал он ни Poison Touch, ни Шелгрейв. Экономит скиллы на потом, ну и по надобности, понятное дело, вкачает. Ну а Куроки тут не смог перекосить своего крипа. Но вышка упала. 1300 голды в активе у Куроки. Симба. Очередная попытка. Ну и опять чешский кот уворачивается. Чешский кот хорошо все делает. Он
немножечко далеко, ну, немножечко так заманивает на себя Симбу, а когда убегает, держится подальше от деревьев и понимает, что если не сможет цепляться, собственно, Тимберчейном у нас Симба, то вряд ли он его убьет. Ну, абсолютно правильное решение. В итоге мы видим, несколько раз он уже заставлял Симбу тратить практически все хп. Но, правда, сам пошел домой пятый левел, в то время как у Симбы сейчас будет уже седьмой. То есть линия здесь проиграна. Про низ я вообще не говорю. Ну, в миде, слава богу, Шачло пока чувствует себя хорошо. Шачло, проблема не у него, есть 6 левел, он спокойно уйдет, но прохарасили его неплохо. Но вот Санейка далековато сейчас пошел. И вы смотрите, как его тут прохарасил С4-то. Но С4 вообще никого не боится. Стан, тут же Пупей. Проблемы могут быть у Джеймса. Джеймс дымит очень сильно. Джеймс, проблемы у него. За ним до конца должен бежать С4, но в итоге пытается подставляться. Также у нас Шторм. Ну вот неплохо действует Power Rangers, в принципе, когда пытаются сейвить. Но вот Тауэр дефить они не смогут, потому что все биты. Вы посмотрите, Шашло биты, Джеймс такой же, Снейка такой же. Пупей и С4 харасят Тауэр. Тут же стоит Сич Крип. Своя новая пачка крипов подходит. Ну и тут, конечно, вышечка проседает очень-очень сильно. Будут ли ТПшиться? В принципе, надо. Там форма дракона-то сейчас пропадет. Вот очень хотят секреты забрать тавер. Они прекрасно понимают, что преимущество они зарабатывают просто бешеные за счет этих товаров. Ну и вот она вышка. Dragon Knight. Теперь можно перетянуться и на топ. Отличная игра в плане линий от Secret Team. Дропнула шторма. Ну, извините, покашливаю я все еще. Буду надеяться, что Шашло ненадолго дропнуло, что у нас не будет каких-то сейчас технически жестких проблем. Продолжается игра. Нет, все-таки что-то там не то у Шачло, видимо, опять его дропает. Ну, я буду надеяться, что вопрос будет решен с проблемами. Настолько успокаивает звук, да, ночи в доте. Слышите, такие сверчки. И мы сидим в тишине. И ждем, пока разлагает нашего шторм-спирита. Кстати, по баблу тут уже... О, боже, у меня прицепилась какая-то фигня к курсору. По баблу мы видим, уже 3500 ведут секреты. По XP 1500. То есть начало игры явно за ними. Ну, понятное дело, что ни в коем случае они не будут прекращать вот это вот давление по вышкам. Опять-таки, повторяем, у них есть огромное количество хила. Я пока почитаю сегодняшний номер журнала «Шпиль», который мне пришел в почтовый ящик. Обзор игры Alien Isolation. Кстати, я где-то поиграю на стриме в нее обязательно, в Alien Isolation. Evil Within обзор. Evil Within хорошая игра, но Dota лучше. Legend of Grimrock. Отстой какой-то. Forza Horizon, Xbox 1,
меня еще нету первого Xbox, будет только через месяц. Drive Club для PlayStation. Классные гоночки, кстати. Shadow of Mordor, ну это я стримил, я думаю, вам понравилось. Rise, Son of Rome, такое себе. Dead Island 2. FIFA 15. Хорошие игры. Хороший журнал. Вот везет людям, которые в плане того, люди, которые живут в России, да, у вас огромное счастье в том, что у вас довольно много журналов выходит, да, про компьютерные игры. В Украине, к сожалению, таких журналов осталось аж один. Называется он «Шпиль». В России там есть еще какие-то игромании или что-то такое. А у нас, к сожалению, с журналами огромные проблемы. А я это дело обожаю. Лет 10, наверное. Или 15. Даже 15, да, 15 лет я покупаю постоянно все игровые журналы, которые мне попадаются под руки. Очень люблю текстовые обзоры. Очень люблю вообще вот такой вот формат подачи информации. Так что будем надеяться, что в Украине скоро появятся еще журналы про игры. Поехали. Поехали. Вернулся на шашло. Пишет Let's Try. Будем надеяться, что это не какая-то глобальная про... Ой, что творит Куро? Куро покупает Мидас на Некрофосе. На 8-й минуте игры. В принципе, почему бы и нет? Если идет, пусть идет. Ну что, чеширский кот, тем временем, 6-й левел имеет, есть у него аркан тапки, имеется, кстати, также Orb of Venom. Подошел к тавру, почему-то решил, что надо развернуться и уйти, хотя вижена здесь у пэров нету, то есть они не знают, что вот здесь находится команда Secret. Ну, на топе. Тем временем Симба продолжает получать экспо. Симба будет пытаться сделать очень быстрый Бладстоун. Он его действительно сделает. Я думаю, минутик 14-15 этот уже Бладстоун будет. А дальше уже вопрос с зарядом. Но вот проблема, кстати, у Секрета в том, что если и толкать линии они могут, то забирать фраги, ну, в принципе, смогут тоже. Да, вот мини появляется Soul Ring, потом будет делать с этого Бладстоун. Тут Мидас уже не у Крафос. 6-й левел, 7-й у него почти есть. У Пупея имеется 3-й хил. У Виспа Тезер тоже должен быть. Да, конечно, но уже есть. 4-й левел у Виспа. Ну и тут ПРам делать нечего. А 2 тавра должны забирать Секреты? Минимум 2. Ну что, один упал. Поехали на второй. В миде, кстати, пытается прессовать шашло, но вы понимаете, какой там дэмэдж с руки у шторма, в то время как тут три героя и драгонайт. Вы сами понимаете, что здесь тавр падает, конечно, в разы быстрее. Плюс к тому же крипов секреты тоже забирают очень-очень агрессивно и активно. Ну вот то, что я говорил, вы посмотрите на это количество хила. Аркан тапки имеется, тут одни, будут скоро вторые, и вы знаете, две пары аркан тапков, и тут будет беда. Уже есть телепорт сюда от Пупея, есть также телепорт сюда от Симбы, тут тавр недобитый, Т2 забрали, 4-0 по вышкам, и сейчас разлетаться по линиям, потом собраться в миде, либо на нижней линии, забрать оставшиеся Т2, забрать Рошан и заканчивать игру. Старый проверенный стиль времен ДТС 2010, Нави 2011, он же работает. Ну что, перемещаются на нижнюю линию сейчас, да. Втроем уже здесь секрет, и мы видим, подлетел 4-й левел висп, очень надо ему взять 6-й. И, кстати, его сейчас будут убивать. Кстати, это будет 3-й фраг сейчас для Power Rangers. Сларк готов ли врываться, 8-й левел Сларк. Сларк хочет выйти на мидас, очень хорошая позиция сейчас у ПРов. Ну вот Симба начинает резать Сларка, и Ноутейл думает, что он поможет, но он не поможет.
Он не поможет, хотя Джеймса... Мы видим, сколько дэмэджа он носит, и фраг должен заработать дитяра. Пытался ноутейл размансовать. Да ладно! Еще и динай! Ну, не получилось. Если бы Симба еще и заденайл, это было бы слишком хорошо. Но в итоге получилось так, что Сларк решил, что он сильно жесткий. Впрыгнул. Получил пилой третьего левела. Получил тимберчейном 220 дэмэджа и разъехался, на запчасти разложился. На молекулы. Первый фраг секретов, кстати. 12 минут они сделали первый фраг, но по деньгам они ведут 4000, по XP, правда, проигрывают. Знаете, вот то, что проигрывают по XP, это, конечно, не столь важно, как преимущество по деньгам. Но за счет того, что есть левел у Тайда, есть левел у Дума, и в конце концов Шторм скоро соберет Сайленс, ПРы на одном из следующих товаров, непонятно, будет ли это Т2 по миду, либо Т2 на нижней линии, уже смогут как-то подраться. Все-таки, если будет Сайленс, если очень быстро сбрить Пупея, то козырей станет меньше в колоде у секретов, скажем так. Ну, Пупей тем временем взял шестой, сейчас шестой возьмет также и ноутейл. Не хватает ему одного крипа. А здесь атака на Куру намечается. Нет, атаки на Куру не намечается, хотя все-таки намечается. Напали. Так, вы смотрите, хороший Сайленс. Будет ли Грейв? Да, вот он Грейв. Тут же Драгонайт. Биг Дэдди проседает очень сильно. Биг Дэдди надо выхилить сейчас. Биг Дэдди выхиливается. Рипером Джеймса отправляют в таверну. Улетает отсюда у нас Шачло. Ну и вот он. Вот он Дазл, который не попадает к ультимейт Снейку. Успевает отбежать. Успевает бросить Шилу Грейв на Виспа. И вот уже фуловый Висп. Да, неприятно. Очень даже неприятно, сказал бы я. Ну, тут далеко идти нет смысла, потому что на Т3 они вряд ли зайдут, но линию подпушить можно, вот так вот распугать людей. Показать ПРам, что, в принципе, мы готовы идти и дальше. Секреты здесь могут. Да, они заставляют чешского кота сюда стянуться. Смотрите, чешескому коту-то больно. Маны особо нет, у него маны даже нету сейчас на рейвэдж, но вот зато крипа он тут пофармит. Да вы посмотрите на этого ноутейла просто бешеного. Вот с Пупеем отправляется в мид. На нижней линии тем временем очередная попытка убить Сларка. Но на этот раз Сларк уходит. Правда, остается у него там меньше 150 хп. И Драгонайт приобретает себе спорный артефакт. Shadow Blade. Действительно спорный артефакт. Ну, как бы, да, артефакт помогает выживать. Но, может быть, что-то поумнее можно было бы придумать. Ну, хотя, в принципе, а что поумнее? Симба, проблемы, будет ли сейв? Нет, нет, слишком далеко все. И вот он, второй Дум реализован, фраг 4-2, ну Перри делает все правильно. То, что мы говорили, появится еще и Сайленс вот здесь, будет намного круче. И Даггер появляется у Сларка, то, кстати, Сларка сейчас на топе убьют. Что у него нету тэп-аута, да, у него есть Даггер. Ну а что толку, вот С4, с инвиза, тут же Куроки. До свидания. 63 секунды. Reaper of the Skies в лицо залетает. И не будет Сларка. Так, что-то лагает у белорусов. Мы идем, дропает их. Перри пишет, что мы не знаем, что происходит. Всех лагает. Ну, я надеюсь, это ненадолго. Не хотелось бы. Да, тут у меня спрашивают, что
если в компендиуме проголосовать за Нави, то они могут поехать. Да. Если в компендиуме проголосовать за Нави, они действительно могут поехать. Но голосование в компендиуме откроется попозже. Если я не ошибаюсь, его пока нету. Ну, понятное дело, что я вас буду призывать голосовать за команду Нави. Все-таки хочется увидеть наших ребят на этом лане. Ну что, No Tail, есть 7 левел, есть урна тапок. Что-то под агрессией от секретов стало меньше. Перестали они активно давить товара. Они уже поняли, что не настолько они мощны. Ну, плюс к тому же мы видим, у Кура здесь появляется дагер. Все, он теперь будет догонять, убивать. Ну, вот тут интересно так нарисовал сейчас Сонейко, что где находится секрет. И, в принципе, ну, он угадал. Куроки фармит леса, а что ему еще сейчас делать? То же самое делает Симба. Симбе нужен крови камень. Осталось чуть-чуть нафармить. 1000 голды. Он у него появится. S4 пупей пока на нижней линии что-то придумывает. Ну и вы знаете, казалось бы, что по началу игры мало шансов будет у ПР, потому что пик очень сложно пробиваемый. Скажем так. Вот так, напали. Сайленс не успевает, очень быстрый дэмэдж. И вот так вот. Не, ну могут же убивать, все нормально, гейм есть. То есть, в принципе, мы видим, не бояться. Там Санейку тем временем убили на топе. Не суть важна, Санейка 57 секунд будет в таверне. Его опять-таки рипером накрыло. Ну, суть в том, что ПР, ну, могут. Если успевают они быстро ворваться. Если успевают они кого-то цепануть, то фраги есть. И с помощью этих фрагов они опять-таки будут отдалять вот этот потенциальный решающий, последний, скажем так, организованный пуш секретов, так что почему бы и нет. Ну что же, здесь тем временем Пупей вместе с тиммейтом, мы видим, подошли уже поближе к Т2 по миду, поставили варде, чтобы из леса на них не выбегали. Ну, Куро фармит леса, Куро с мидасом, ему, вы понимаете, что нужны какие-то шмотки, пока у него есть только мидас. Мидас — это не самый полезный артефакт в драке. Вот интересно, что он купит. Родофатос? Куроки. Radiant's middle tower is under attack. Так, ну что, Doom тут ждет. Пока кто-то подбежит, подбегает S4, и S4 опять один. И S4 опять один, и S4 опять отъедет сейчас. Успевает, успевает он уйти, и Шачло мимо него пробегает, дает кучу информации. Не видит его Сларк, и сейчас, кстати, будут ловить, сейчас будут ловить Джеймса. Джеймса уже поймали, Джеймс моментально погибает. Ну и Сларк, неужели прыгнет Сларк? Могла быть ошибка огромная, дитя Рая, кстати, его цепанули здесь Poison Touch'ем. Здесь же Куроки рипером не хочет пока бить там Shadow Dance, но тут уже Висп залетает. И Сларк тут, конечно, очень невесело, потому что нет маны на паунс и минус Сларк. Гем потерял. Очень важно, Тайдхантер зашел. Увидим ли мы первый ревеч в игре? Пока ПВП у него с Пупеем. Здесь, кстати, тем временем ловят Шачло. Тайдхантер ультует. Очень хорошо. Очень хорошо делает все Тайд. Это минус 1, минус 2 моментально. S4 в драке и Пупеи. S4 пока еще живет. Здесь пришел Симба. Он фуловый. Размен 2 в 2 на данный момент. Чеширский кот тоже погибает. Это 3 в 2. О боже. Дум в лоу хпшного S4. Это, конечно, фейл. И S4 еще и будет пытаться здесь выхилить Пупей. Нет, Пупей не хилит. Пупей динает. Мачете убивает, а Пупей динает. Скажем так. Ну и в итоге драка закончилась все-таки в пользу секрета. Мы видим, зарабатывает они 1400 голды, ПР зарабатывает 100 голды, ну и по XP 5000 у секрет, 2600 у ПР. В живых остался только один Шачло. После вот этих всех разборок Шачло, кстати, по-прежнему не умирал. У него 4.02.
Ну и Куроки. 3-1-3. Куроки что-то купил. Где курица? Мы видим курица старладровская, пупеевская. Куроки покупает Аганим. Куроки сразу берет Аганим. Тревела там тем временем... это чьи тревела? Не написано, чьи это тревела. Это просто чьи-то тревела. Ну, я так понимаю, тревела вот сюда, Тимберу. 12 зарядов, кстати, у него. Он в прошлой драке зарядился очень серьезно. Ну вот план, в принципе, так как я и говорил, да, забрать все товара, потом забрать Рошана, он немножечко, скажем так, не выполнен, но в любом случае Рошан все-таки упал. И будет дефенс топа. Симба. Шторм врывается, не находит Симбу. Симба продолжает прорубать себе лес. Смотрите, нашли его, не поджигает пока. Хорошо, спрятался здесь Симба, есть ТП. Кто будет летать? Это S4, он в инвизе. Виз. На Шачло. Шачло без маны. Нет у него больше маны. Его пробивает очень серьезно. Нельзя Шачло здесь бросать. Но что его надо убить и забрать у него стрик. Но в итоге мы видим, получается какая-то очень глупая драка. Потому что Джеймс отсюда еще сейчас убежит. Тайтхантер прыгает в двоих. Тут же Дитя Ра. Минус Симба. Он появится через секунду. Шачло по-прежнему живой. Шачло по-прежнему живой. Но он сейчас погибает. Теряет свой доминейтинг. Чеширский кот здесь тоже погибает. Но это 3 в 1. Ну, байбек. Нет, 3-2, извините. Ну что, этот уже появился, правильно. И был байбек. У нас вот... Ай, еще и Дума. Мы видим, приговорили рипером по голове. Ну, файт рекап. Показываем, да, был байбек от Виспа, который не дождался, который прилетел помогать. Ну и смерть Симбы, которому сбросили немножечко его количество зарядов. Но опять-таки у него 10. Так что все окей. Ну что же, дитяра. Смотрите, бежать, потому что телепорт сюда Симба. Вы посмотрите, не дают вообще Сларку толком жить секреты. Вот в миде тавр сейчас надо забрать. У S4 нету формы. Ну, этого, в принципе, и не надо. Мы видим, тавр и так прессуется активно. Даггер появляется тем временем у Симбы на Тимбере. Еще более активный он будет. Кстати, его будет пытаться сейчас убить. Но, правда, Дума нету. Я не знаю, как они его будут убивать. Сайленс. А, ну, вот так вот. Вынужден динает себя. Тимбер Сол. Ну, от этого тавр в миде дольше не простоял. А Тимбер появится через 12 секунд. У него есть тревела. Он прилетит. А здесь будет форма у Драгонайта через 10 секунд. И пошел дэмэдж по Т3. Давайте поднимем камеру, будем смотреть, что же будет происходить. Пока было видно, что на хайграунде только Санейка. Подтягивается сюда издалека очень Шторм Спирит. С4 в форму. Превратился в дракошку. Т3, извините, продолжает падать. Стан в Санейко. Санейко очень больно. Санейко. Санейко погибает. С4 пока пытается пережить. Думаю, нужен ему хил. Вот его выхиливают. И без маны здесь Шторм ворвался, уходит отсюда. Просто фловые 4, на Думе ему вообще пофиг. Маэгис не потерян. Тайд погиб. Тайда Реведжа все равно не было. Падают бараки, да, брависсимо. Реально, вы знаете, просто шикарная игра от Secret. Да, было много ошибок. Там, кстати, Симба загнал Шторма и убил, у которого есть байбек, но смысл его делать отсутствует. Ну и на топ сразу надо переместиться с секретом. Да, бежит туда Драгонайт. Он понимает, что с виспом ему, в принципе, никакие товара не страшны. Там продолжает Симба развлекать. Вот здесь вот, но мы смотрим на топ. Т3. И на топ линии падает. Вот закончилась форма дракона. Но этого хватило для того, чтобы забрать полторы линии, скажем так. Ну и вот сейчас упадет еще одна. Ну не дефят пэры, они могут, потому что. Вот Куроки мы видим 3700, Аганим у него есть. И вот он просто стоит, смотрит на людей и смотрит в лицо людям. У него к тому же Аэгис, не забываем.
Извините, ждут. Так, ворвались. Сонейко не успеет ничего сделать. Тайдхантер ультанул. Там, кстати, могут хоть кого-то убить, я думаю. Ну, что-то у меня тут подлагивать начало, кстати. Но это подлагивает именно внутри доты, а не в стриме. Да, ну Джеймса тоже убили, это минус 3 очередных. Да, и ГГВП. Ну, все понятно. Спокойная, хорошая, правильная, продуманная стратегия. Очень четкая игра, очень четкое исполнение. Висп, Дазл. Как с ними бороться, не ясно. И победа команды Secret. За миллиард мы уже перевалили в айдишниках. Одну цифру больше надо запоминать, если надо вам айди матча знать, скажем так. Ну вот такой первый матч дня. Я думаю, подумают ребята еще разочек перед тем, как отдавать виспа. 4-7 фрагов, Куроки тоже 7. Мне дэмэдж интересен. 16400 дэмэджа Куроки и 10200 симба. Вот так вот. Секрет против ПР. Ставлю я coming soon. Я думаю, что пауза будет около 10 минут. Может быть, немножечко больше. Так что далеко не уходите. Короткая рекламка, и мы скоро вернемся. We'll be right back.